Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт романс» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Я помню вас такую нежную». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Была такая ночь весьма тревожная, меня покинул сон за мелкий грех. Я звал лишь вас, столь гордую, столь сложную, такую непонятную для всех. Я звал лишь вас, столь гордую, столь сложную, такую непонятную для всех. Я помню слишком смелую, мятежную, как вел я вас на плаху за отказ. Но вдруг предстала предо мною нежная и преданная, это я вас. Но вдруг предстала предо мною нежная и преданная, это я вас. Я помню ваши строчки нежно-сладкие, читал я их, читал затем на трон. Читали вы мои слова украдкой, тебе слова дарили это он. Читали вы мои слова украдкою, себе слова дарили это он. Я вспоминаю письма с наслаждением, верю им, вы слышите меня. Иду я к вам, желанной вдохновением. В честь вашу я на линии огня. Иду я к вам, желанной вдохновением. Честь вашу я на линии огня. Я докажу любви своей единственной, предан ей, и как я жду любви. Храню в душе ответ один таинственный, где вы дарили мне слова свои. Храню в душе ответ один таинственный, вы дарили мне слова свои. Такие сладкие, такие дивные,
таких никто не говорил, не пел. Мечты ночные у меня счастливые, и сон ко мне на выручку спел. Мечты ночные у меня счастливые, и сон ко мне на выручку успел. И сон ко мне на выручку успел. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фурмович. Музыкальная композиция «Экспромт романс». Я помню вас. Такую нежную стихи Веронуши Миловой. Музыка исполнения Самуила Фурмовича из цикла «Ожившая поэзия».